Трудных подростков сегодня научили расписывать имбирные пряники. Мастер-класс прошел в рамках социального проекта «Шанс», который реализует центр «Моя территория». Ребятам рассказали, как приготовить тесто для пряников и работать с глазурью. Отмечу, что в проекте участвует 47 детей, за каждым из них закреплен наставник. В течение нескольких месяцев для подростков пройдут десятки спортивных и образовательных мастер-классов. Помимо этого, да, всех подростков наши наставники включают в свою деятельность. У каждого из них так или иначе есть какой-то социальный проект, который они делают в городе. Поэтому их главная задача – включить подростка в этот проект, показав тем самым путь его развития и вообще самоопределения и самореализации в этой жизни.